Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Таисия Перчикова. Мне 12 лет. Живу с мамой Перчиковой Еленой Анатольевной в Псковской области, в Северском районе, в деревне Топсино. А вы, знаете, немного дурак. Что? Все ясно, ты Вовку любишь, я понял тебя. Я знаю. Мне обоим нравился, а любил меня он. Я про мать. И хоть она решила себе его забрать. Я маму очень люблю. Я вижу, что как я чешу. Пожалуйста, помогите моей маме сделать подарок. Мотоблок или мини-трактор. Ты приходивший ко мне на работу, как бы, 9 и 13, и вот так вот угрожавший убийство моей малолетней дочери, Перчиковой такая. Приезжайте к нам в гости. Я покажу вам своих питомцев и свои дипломы. Псковская область, Сибирский район, деревня Томсина. Спасибо вам большое за то, что пришли мое письмо. Если она еще раз скажет, что она встречалась с Вовой, я скажу так ей. Не надо. Вик. Тебе хорошо. Ты популярна. А вот я в дерьме и не знаю, как вот из него выбраться. Не знаю, как выбраться из этого дерьма. Что касается Кремля, там призвали журналистов и всех прочих не реагировать на отдельно взятое. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, стоит разобраться по-человечески.